Добрый день, дорогие ребятки! Сегодня мы с вами познакомимся с лыжной подготовкой, которая включает в себя несколько классических ходов. С чего мы с вами начнем? Это с самого простого ступающий шаг. Исходное положение. Принять. Упражнение. Начинай. Раз, два, не торопитесь. Три, четыре. Раз, два, слушаем счет. Четыре, раз, два, три. Четыре, раз, два, три. Закончили упражнение. На планете нашей много. Сможешь ты путей найти. Сегодня познакомимся. Это ступающий шаг в левую или в правую сторону. Исходное положение. Принять. Упражнение. Начиная. Раз, два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три. Закончили упражнение. Но ты иди своей дорогой, не сбивайся с верного пути. Теперь мы с вами приступим ко второму этапу, который будет включать в себя обучение по переменному двухшажному ходу. Где этот ход применяется? В основном он применяется на равнинной местности и при небольшом подъеме. Положение принять. Упражнение начиная. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Смелее действуй ярче, достигай своих побед. Только так, а не иначе. Это наша цель. Этап нашего ознакомления и обучения – одновременный одношажный ход. Где он применяется? В основном он также применяется при равнине, при небольших спусках и, конечно, при финише. Упражнение начинаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Мы едины, непобедимы, мы будущие страны, дети спорт. Мы поставим новый рекорд, дети спорт. Этап нашего обучения – это одновременный бесшажный ход. Где он применяется? В основном он применяется на спусках, на равнине и при финишировании. Упражнение. Начинай. Растолкнулись. Растолкнулись. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Только вперед, дети в спорт. Мы поставим новый рекорд, дети в спорт. Наша главная сила, мы дети России в спорт. Открываем горизонты, знаем точно час настал. Под великие заключительный этап нашего обучения – это стойки, которые применяются при спусках с горы. Первая стойка – высокая. Палочки смотрят вниз. Вторая стойка – основная, чуть пониже. Палочки смотрят вниз, глазки не опускаем. И третья стойка –
низкой стойкой. Палочки прижимаем. Закончили упражнение. Ребятки, на этом наше занятие закончилось. Желаю всем вам удачи. Счастливо!